Динамика биткоин в цикле. Как-то раз мы сидели в клубе миллионеров в Иркутске, в моем караоке, и один из членов клуба был человек из Китая, один из учредителей компании по производству асиков, известнейшей компании Bitmain, мистер Гао. И это был 17-й год, прямо декабрь месяц, все было на хаях, хайповало, биткоин был экстремально высок, и мы рассуждали, довольные, пьяные, о том, что будет дальше. И вот тогда мистер Гао мне сказал, а дальше все, дальше будет падение. И я спросил, почему? Ну, потому что, говорит, 4-летний цикл. Я, конечно, очень плохо понял, что это значит, и не поверил. Но вот люди Востока, они мыслят циклами, а люди европейские мыслят более линейно. Я настолько не поверил мистеру Гау о том, что будет падение, о том, что все надо продать, все биткоины, все оборудование, и ничего этого не сделал, и потерял громадное количество денег. И мы даже потом написали сказку о том, что любовь дракона коротка, как вечность. Эта сказка была по мотивам предсказания мистера Гао, которое полностью сбылось. И мне понадобились годы для того, чтобы осмыслить те идеи, которые он сказал мне тогда на клубе миллионеров. Биткоин живет циклом. И цикл этот начинается от халвинга.